Всем привет! Сейчас я покажу, чем я занимаюсь в обед. Это две небольшие такие бейсбольные биты, и я тренирую запястья. Есть разные упражнения. В общем, они очень легенькие, ну, чуть больше килограмма, поэтому я их отдаю ребенку. Владимир, иди сюда. Иду я. То есть пусть он тренируется. Будет тренироваться, а я займусь чем-то другим. Все, иди тренируйся, а папа будет тренироваться другими. Ну, где-то так. Это я провожу так свой обед. Всем пока. Всем пока.